Следующую песню я хочу спеть без предисловий. Вчера было 9 дней. Thank you.
все так не вітався, будь бо ти вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Ссорилися, ну, таке не постучало, сам боролся таки. Я вообще не чувак, для мене це доволі такий не музикальний, як чувак-чувик, а Андрюх. Чувак. Куча пошлых анекдотов, видели его последние все выступления на YouTube, сам себе режиссер, такие, мать украл, садись через двойные силы, ну, погиб пристегнутым, при этом я бы не стал сейчас кричать, что там порох. Заверился с марсианами, чтобы они переставили молокоос, он там куда-то поехал, кто-то стукнулся. Все время так произошло, и песни шикарные, вроде бы там, если все не поменяется, то 21 числа во дворце спорта будет большой, 21 марта концерт, где разные люди будут петь песни Кузьмы, кто-то уже успел спеть.